В Кохтла-Ярвинском центре культуры состоялся торжественный прием, приуроченный ко Дню независимости Эстонской Республики. Мероприятие началось в кафе культурного центра, куда были приглашены люди, удостоенные звания почетного гражданина города Кохтла-Ярве. Им депутат парламента Эстонии Валерий Корп и председатель городского собрания Рина Иванова вручили памятные подарки, поздравили с государственным праздником и еще раз напомнили всем присутствующим о той огромной работе, которую делали почетные граждане для родного города. Позже начался торжественный прием в главном зале Центра культуры. Всех гостей поздравили с Днем независимости Эстонии депутат Ригикогу Валерий Корп и председатель городского собрания Рина Иванова. Они вручили благодарственные письма представителям разных профессий, людям, чьи заслуги перед городом в прошлом году были наиболее значимыми. Мне кажется, что сегодня самое главное – это все-таки продолжить поиск взаимоотношения, что ли, тех 1 300 000 населения, которое живет в Эстонии, для того, чтобы мы были бы добрее, лучше, чтобы были бы больше бы толерантны друг к другу. И если это все удастся, то я верю в дальнейшее продолжение и жизнь нашего государства. Так что всем людям хорошего настроения, конечно, в этом юбилейном году, всем людям хорошего здоровья. И, конечно, сделать надо все, чтобы эти праздники, когда наступит через год столетие нашего государства, мы приняли с такой хорошим результатом, что вот мы все-таки за последний прошедший год сделали очень много и встретили достойно вековой юбилей государства. Мы живем в то время, когда Эстония готовится праздновать свое столетие. И хочется пожелать нашим жителям, чтобы они любили свою родину, помнили свои первые шаги по этой земле, на которой они живут, берегли ее и любили, и думали всегда о том, что же хорошего каждый из нас может сделать для своей родной земли. Поздравляю вас с праздником, счастья, здоровья, успехов! Хочу поздравить всех жителей города Кохтла-Ярве, в том числе Иору, и Вивикона, Сиркала, и Ахтме, и Ярвской части, и Сомбовской части с 9-летием эстонского государства. И желать всем хорошего праздничного настроения. Thank you.
Сегодня 24 февраля, день рождения нашего государства. И, конечно, вспоминается праздничное мероприятие, которое было организовано городским управлением нашего города, городским собранием. Это торжественный прием у мэра города и у председателя городского собрания. Надо сказать, что впечатление очень хорошее, поскольку на сцену были приглашены учащиеся наших школ, Дома творчества, художественных школ. И надо сказать, что их такие задорные выступления говорят о том, что действительно у нашего города есть будущее, у нашего государства есть будущее. А еще хочется отметить, сколько было награжденных людей, сколько достойных, интересных, добросовестных, ответственных людей, которые трудятся в нашем городе на благо нашего города. И это замечательно. Хочется всем пожелать крепкого здоровья, очень много радости в жизни, благополучия. И чтобы мечты сбывались, чтобы действительно впереди годы, каждый день, каждый год был лучше, чем предыдущий. Действительно, Эстония, Эстонская республика, наша маленькая страна, очень дорога и родна мне. Я здесь родилась, живу основную часть своей жизни, и здесь живет моя семья, мои родные и близкие. Сегодня замечательный праздник, посвященный дню рождения эстонского государства. День рождения, наверное, один из самых главных праздников. Красивая дата, 99 лет нашему государству. Очень приятно было видеть наше подрастающее поколение, в том числе и учеников Тамикусской основной школы, сегодня на празднике, который проходил в культурном центре. Наша школа, конечно, готовится и к будущим праздникам. Через год будет красивейшая дата – 100 лет. В частности, мы уже несколько лет назад из желудей, собранных учениками, высадили дубочки, чтобы они уже проклюнулись, они уже растут, и через год весной торжественно будет заложен парк 100 дубов, в котором наша школа примет самое непосредственное участие. Я поздравляю с красивым днем рождения эстонского государства жителей Тамикусской основной школы, жителей Кохтла-Ярви и всей Эстонии. Я желаю мира, добра, здоровья, всего самого доброго, самого светлого. Годовщины нашей республики. Пусть в ваших домах будет тепло, светло, хорошая душевная обстановка. Пусть ваши дети будут счастливы, а вы здоровы. С праздником! Поздравляю вас всех с 99-й годовщиной независимости Эстонии. Желаю нам всем толерантности, свободы,
понимание. Пусть все наши дети находят в себе свое призвание, свое счастье в нашей стране, в нашем городе. Заботьтесь о тех, кто рядом с вами. Улыбайтесь друг другу и будьте счастливы. Уважаемые жители Ихве, хочу поздравить вас от всей души с 99-й годовщиной независимости Эстонской Республики. Ну, желаю вам здоровья, счастья, чтобы республика заботилась о нас, а мы будем заботиться о ней. Всего хорошего. Во-первых, я хочу поздравлять всех людей, потому что это действительно праздник для всех граждан. И, конечно, особенно хочу поздравить жителей Кохтла-Järve, потому что, как говорится, наше повседневное действие и кохтлаярвские люди и этот город связаны так тесно друг с другом. Так что я действительно очень рад поздравить всех людей и поздравить их семей, детей, всех граждан
Кохтла-Ярве и, конечно, Эстонии. Поздравляю всех кохтлаярских жителей с 99-й годовщиной Эстонской Республики. Желаю всем успеха и, конечно, безопасного жизни в кохтлаярском городе. Очень хочется поздравить всех жителей нашего многонационального города от Общества белорусской культуры и до Вирума БЭС. Для нас, белорусов, эстонский праздник очень близок, потому что Белорусской Народной Республике тоже исполняется 99 лет через месяц. И точно так же, как Эстонская Республика будет праздновать столетие на следующий год, мы будем готовиться к своему столетию. С праздником, дорогие друзья, и пусть все будет хорошо. Уважаемые жители нашего города, мне очень приятно поздравить вас с днем рождения нашей республики. И желаю вам красивого и солнечного дня в день рождения нашего государства. И скажу простыми словами. Красивые цветы, красивые животные, красивые тоже люди. Но все-таки самое красивое – это наша Родина. Желаю вам хорошего праздничного настроения. Дорогие кохтлаярцы, дорогие горожане, разрешите мне от имени Общества русской культуры города Кохтла-Ярве поздравить вас с наступающим праздником 99-й годовщины независимости эстонского государства. Пожелать вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, голубого неба, чтобы все в душе было спокойно и можно было думать только о хорошем. Уважаемые горожане, жители города Кохтла-Ярве, я хотела бы вас поздравить с этим прекрасным праздником, Днем независимости Эстонии. И сказать, наверное, то, что в истории каждого государства случаются взлеты и падения, но всегда очень важную роль играют люди. Люди, которые имеют желание, умение, а главное смелость взять на себя ответственность и действовать. А также хотелось бы вам пожелать нашему городу и всей стране процветания и благополучия.